Чему-то учимся у блогеров, что-то изобретаем сами. Это же Декстер. В смысле, а как ты лезвие меняешь? Как зубами ломаю, так. Будем располагать вот утеплитель вот таким вот образом. А вот, в общем, с помощью него мы будем клеить эти XPS-ки. Что за фигня? Так что поехали. Друзья мои, всем привет! Сегодня мы начинаем ряд видео про утепление балконов. Первый этап утепления балконов, с которого мы начнем, это будем утеплять с помощью утеплителя XPS. Плиты полистирольные, вспененные, экструзионные. Область применения – теплоизоляция строительных конструкций. А именно, мы ее будем использовать в утеплении балкона. Будем использовать два вида плит. Это у нас плита 50 и 30. То есть в общей сложности у нас будет 8 сантиметров утеплительного материала. Можно использовать 2 50, но нам тут будет достаточно двух. 1 50 и 1 30. Дополнительно здесь на балконе сделали теплые электрические полы и будут установлены две электрические батареи. Потолок и под окном тоже будет утепляться. А поверх этого всего у нас будет наноситься декоративная штукатурка караед. То есть это будет следующее видео про то, как подготовить основание под караед и как нанести эту декоративную штукатурку на стены. А, кстати, на потолке у нас здесь будет натяжной потолок. В общем, все, как это будет происходить и как это будем мы делать, будет в этом видео, в следующем видео. Ну и, возможно, будет третье видео по завершении всего этого объекта. Так что смотрите, подписывайтесь, пишите в комментариях ваши замечания, предложения. Все будем рассматривать и учитывать. Начнем с утепления стены вот с этой. Покажу небольшую часть работы, каким образом мы это будем делать и с помощью чего мы будем это все делать. Так что поехали. Чему-то учимся у блогеров, что-то изобретаем сами. Как сломать нож, хочешь сказать? Он открывается. Нарисовано вверх. Нет, он не открывается. Это же Декстер. В смысле, а как ты лезвие меняешь? Как зубами ломаю, так. Все. Ну, лезвие, вот. Вот тут стрелочка нарисована наверх. Я нажимаю наверх, она не идет. Попробую хорошенько это сделать. Ладно. Так, начинаем с того, что берем первую панель, которая должна быть установлена туда. Срезаем. Это нижняя часть, мы убрали вот этот замочек, потому что он нам не нужен. И вот эта боковая, тоже он нам не нужен. Так. И получается, будем располагать вот утеплитель вот таким вот образом. Обязательно я рекомендую, в принципе, как и все, наверное, мастера, то, что вот этот замок у нас был именно вот в таком положении. Для того, чтобы потом удобно было заправлять следующую панель вот сюда. Если мы сделаем наоборот, то вот эта часть верхняя уже будет топорчиться. А так, за счет того, что нижняя у нас вот так вот придерживает верхнюю, и, соответственно, все будет четко. Так, и теперь нам нужно использовать специальный клей для монтажа этих панелей на стену. Так, для приклеивания будем использовать вот такой вот клей Pro Penoplex Fast Fix. Быстро, прочно, точно. Для 10 квадратных метров плит XPS. 3 минуты фиксации под пистолет. Ну, всю инструкцию, короче, применение можно прочитать будет на баллоне, либо на сайте. Все это приобретали мы в Леруа Мерлен, так что можете зайти, посмотреть такой баллон, почитать все описание про него. А вот, в общем, с помощью него мы будем клеить эти XPS-ки на стену. В общем, будем использовать грибочки, бур 10, дюпель для крепления, теплоизоляция 50 штук длиной 120 мм. Грибочек. Сразу идет он у нас с пластиковым гвоздем. Дяденька у нас что-то тут сотворил. Это у вас ЧП. ЧПЧ. Обязательно нужно покупать промывку для пены. Да. Чтобы промывать пистолет после каждого работы. Так, вот таким вот образом закручиваем пену. Что за фигня? Хорошо, что я это все снимаю. Сережа, поставь ровно баллон. Вертикально, да. Да, ты запарил.
Ну, давай втыкай, втыкай ее, втыкай. Смотри-ка. Все получилось с первого раза, да? Ну, воткнуть надо было хорошенько. Вот. Главное хорошо воткнуть. Ну что ж, теперь иди, что, меняй перчатки. Но у меня нет других перчаток. Вот такая вот печалька. Я тоже чуть-чуть заморался. Камеру убрал? А, нет. Камеру как раз вот надо. И ручку тоже заморал. Ладно, сейчас. Сейчас будем пенить. Итак, смотрим. Вот у нас лист 50-ка, который мы просто пока наклеили на клей. А здесь у нас уже идет 30-ка. Мы ее тоже наклеили, но с помощью 30-ки мы зафиксировали сразу два листа. Следующим этапом мы устанавливаем новую 50-ку. И уже второй 30-кой мы крепим этот и следующий лист. Сейчас продемонстрируем. Так вот, аккуратненько она у нас зашла. И, соответственно, за счет вот этой панели удержится следующая верхняя панель. Следующую можно не отрезать. Да, следующую уже можно не подрезать. Мы вот этот краешек подрезали, чтобы влезло. А здесь вот где окно, уже все, будем вставлять прям так. Вот. Расстояние у нас от этой стены до окна 1,20 м. Так что вот эти панели у нас спокойно, без подрезки монтируются. Отлично. Пропенивайте, обязательно пропенивайте вот эти места, где будет стыковаться. Далее наносим пену. Вроде все понятно. Так, но если будет необходимость, то можно добавить будет сюда пару-тройку дюпелей. Но так как у нас все вроде держится нормально, так как мы первый зафиксировали правильно, все остальные мы можем собирать вот в таком же все порядке. То есть теперь у нас сюда вставляется 50-ка и следом вставляется 30-ка, и через 30-ку уже крепим оба профиля, обе плиты сразу. Подходим к завершающему моменту. Вот там у нас маленький кусочек 50-ки и чуть побольше кусочек 30-ки. Так, и теперь аккуратненько пропениваем все щели, которые здесь у нас есть, для обеспечения полной герметизации, чтобы ни один кусочек холодного воздуха не смог проникнуть в это помещение. Все запениваем так, чтобы у нас прям пена выпирала наружу. Пусть лучше она выпирает наружу, чем не хватает ее там внутри. Крепим 50-ку, следом крепим 30-ку. Все это пропениваем аккуратно и оставляем ее до полного высыхания. Следующим этапом у нас будет потолок и вот здесь вот часть под окном. Но процедура практически такая же, как и вот с этой стеной, поэтому повторяться мы не будем. А в следующем видео я вам покажу, как правильно сделать так, чтобы при отштукатуривании данной стены, данной экструзии, у нас штукатурка не отваливалась. Каким приспособлением и каким лайфхаком нужно пользоваться в данном случае?
Итак, вот так, в общем, выглядит процесс утепления потолка на балконе. Использую я штангу для лазерного нивелира. С помощью него подпираем верхний лист утеплителя. И снизу вот уже тридцаточки мы таким же образом фиксируем наш утеплитель к потолку. Используем все те же самые материалы. Грибочки, утеплитель, пена и перфоратор. Вот. И в общем, продолжаем все в том же духе. Не забываем запенивать все углы, отверстия, щели, для того, чтобы обеспечить полную герметизацию и холодный воздух не попадал к нам в помещение. У нас, в общем, завершился этап утепления балкона. Вот он такой весь желтенький, под окном, на потолке и две стены, которые находятся друг напротив друга. И следующим этапом у нас будет уже нанесение штукатурки на этот утеплитель с фасадной сеткой. В общем, очень интересный этап. Многие делают его неправильно, поэтому отдельно по этому я сделаю видео, как сделать так, чтобы, нанеся фасадную штукатурку, она у вас в будущем не отвалилась. Поэтому смотрим. Все это будет на канале Перестройка, ну и немножко на канале в Инстаграме. Со словами «Здесь могла быть ваша реклама», я завершаю это видео. Смотрите продолжение этого видео в следующих сериях. Поэтому всем добра, всем хороших ремонтов и пока. До новых встреч на новых видео. С вами был, как всегда, Ленар на канале Перестройка 116.